В ходе совещания с главами муниципалитетов Борис Дубровский дал поручение сократить число гастарбайтеров в области. На начало 2014 года областной службы занятости зарегистрировано 26 тысяч безработных. При этом квота иностранной рабочей силы на этот год составляет 10 тысяч человек. Такая ситуация, когда предприятия области не спешат трудоустраивать российских граждан, предпочитая привозить иностранцев, вызвала негативную реакцию исполняющего обязанности губернатора. Борис Дубровский поручил разобраться в ситуации и минимизировать использование труда иностранцев на территории региона. По словам исполняющего обязанности губернатора, область сбалансирована по кадрам. И он не понимает практики, когда она имеет безработных, платит им пособие, но при этом трудоустраивает работников из-за рубежа. Отметим, что средний процент безработицы в МИАСе, по данным Центра занятости населения, составляет на данный момент порядка 1,3%.